Доброе утро. Мне опять не сидится дома с утра. Я поехала в Башкирию. Господи, какая красота, боже. Ой, опять у меня музыка, сейчас меня, блин. Нажарила я с утра беляшей, натрескалась сама, отправила своих мужиков, говорю, по свету раскидала всех. И срочно нужно было, заявка пришла, везти продукцию в Башкирию, в Учалы надо было заехать. Время 8:30, вот я уже полетела. Раскидала, говорю, нас по свету. Маша в Верхнеуральск поехала в район. Сегодня день физкультурника. Поздравляю ее. Награждать их будут в районе. Что снимаю, ничего не вижу. Ой, закрыть надо дверь. Сейчас меня, блин, прилетит жалоба. Сергей с Сашей поехали в Челябинск. Семен, говорю, в Сочи. Всех подраскидала. Ой, так хорошо на улице, такая погода, пипец. Ладно, ребят, поехала я работать. Не знаю сегодня, как только скажу, что что-то надо сделать. Смородину решила собрать. На! Ах, красота, господи. Ну, ребят, я не могу не проехать и не заснять. Просто еду 60 км в час, головой кручу. Здравствуйте! Куда пошли? Не понимаю вас. На речку пошли? Идите, идите, мои хорошие. Идите. Гусюски. Приехала я домой. О, стихами. Ой, приехала я домой. И Маша приехала. Маше подарили цветочек. Грамота. Это за эстафету. С девочками они заняли первое место. И денег 2000 рублей. На праздник. Сейчас они поедут с подружкой в Учалы покататься, отдохнуть. Все, я начинаю делать ленивые голубцы. Фарш. Вот так придется. Фарш вот у меня сколько осталось от беляшей. Капуста крученая. Сейчас смешаю и буду обжаривать на сковородке с двух сторон. Потому что если не обжаришь, просто как бы вареная будет. А это быстренько чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. И на противень. Обжарила вот эти вот котлеточки с капусткой. Сейчас лук сначала обжарила, потом морковку туда по-корейски натерла. Томатную пасту бросила. Сейчас чеснок две дольки порежу. Тоже туда бросим. Нюша у нас привыкает к улице. Маша выносит ее. Она на 5 минут и назад. Боится. Чужие коты. А сейчас уже полчасика, наверное, сидит. Привыкает.
чеснок. Так, сейчас буду сметанку мешать с водой кипяченой и сюда заливать. Вот у меня сметана обычная 15%. Ложки 2 чайные и водички немножко. Сюда все вскипит. И в котлетки в эти одну лаврушку брошу. Накрою фольгой и в духовку минут на 10. И пюрешечку, наверное, сейчас сделаю к этим котлеткам. А то съедим быстро. Надо разбавить пюрешечкой. У нас такая сметана вкусная. Вкуснятина. Уважаемые зрители, я угорела. Ездила собирать смородину красную. Собрала. Хотела и компот, и на джем, но буду сегодня джем варить. Потому что посмотрела, я там еще пол куста даже не собрала. Устала что-то. Завтра пойду на компот соберу. Вся искололась. Хочу вам показать рецепт вкуснейшего джема просто. Я его нашла в интернете, делала не раз, но помаленьку делала. Столько смородины у меня еще никогда не было. Так по чуть-чуть было. Так просто вообще. Вот, значит, у нас 2-300 смородины красной. Берется один к одному пополам. Килограмм смородины на килограмм сахара. Все, можно даже не убирать вот эти веточки. Все это с веточками можно. Главное, промыли. Все. Оставили, значит, 2-300. Сейчас мне нужно взять глубокую кастрюльку. Потому что она будет кипеть, увеличиваться в объеме, пениться и может убежать. Сейчас я пойду кастрюльку. 2-300, значит, у меня ягоды. И 2-300 засыплю сахар. Так, переходим к следующему этапу. Сахар здесь, ягода на дне. Начинаем вот так перемешивать. И немножко как бы перетирать ягоду с сахаром. Это займет минутки 2, чтобы все превратилось в ягодную кашу. Все равно, смотрите, мала кастрюлька. Будет уплывать, наверное. Сейчас посмотрю, может, пересыплю. Все, чтобы было в красном цвете весь сахар. Так вкусно пахнет вообще. Все. Вот такая жижка получилась. Ставим на сильный огонь. На самую большую конфорку. Я уже здесь намыла банки. Думаю, что этого мне не хватит. Все, ставим и не убавляем. Пусть сильно кипит, и мы постоянно мешаем. Начинает кипеть. Все, не убавляем, если только чуть-чуть, мне прям вот обжигает руки, чуточку, и начинаем мешать. Сейчас будет много пены, сейчас я поближе поднесу. Ой, как вот, сейчас будет много пены.
но потом она минутки через 3 прекратит появляться, а появятся пузыри крупные такие. Вот сейчас я вам все покажу. Вот сейчас будет пена, пена, пена. Мы ее не снимаем, не трогаем. Мы только мешаем для того, чтобы она не убежала от нас. Вот, посмотрите, пена перестала минутки через 3 вылазить. Все, опустилось. Я, конечно, немножко убавила. Здесь газ сильный. Прямо то гряди лопатка вспыхнет вместе с руками. Вот, как пошли вот такие пузыри большие. Варим еще 3 минутки. Также помешивая. И потом начнем процеживать. Я выключаю. 3 минутки прошло. И процеживаю через ситечко аккуратненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кипяток. Все в брызгах. Вот так перетираем. Из жмыха я потом сварю компотик. Что он такой сладенький? Так. Нет, сюда не буду пока. Много тяжелый. Сюда пока. Так. Потяжело держать. Все. Вот это горячее сразу разливаем по баночкам. Что дают у нас? Дрелью работает. Банок мало приготовила. Сразу вижу. О, какое насыщенное, как вино цветом. Девчонки, и главный секретик — не закрывать банки до полного остывания. Убираем их в сторонку открытыми. Все. Пусть они до утра стоят. Завтра я вам покажу, какое получается желе. О, вот это вообще, смотрите, просто. Литра 4 получилось у меня, а баночек на 1,5 намыло литра. Друзья, завершаю этот день тестом. Ставлю хлебушек. Посмотрела, думаю, сейчас поужинаем, и хлеба на завтра мало будет. А завтра мы поедем качать мед. Завтра, скорее всего, видео не будет. Так что не теряйте, потому что мы будем качать мед. Снимать и качать — это нереально просто, потому что все в меде, все сладкое. Никак не получается, сколько я пыталась. Все нужно там быстро делать. Рамки, я рамки вскрываю, Сергей там подносит мне. Короче, некогда. Некогда.
Так что завтра вечером, может быть, покажу меду, как мы накачали, какой мед. Завтра будем цветочный качать. А на сегодня я, наверное, завершаю свое видео. Вон у меня сколько джемов. Хочется прям уже чай попить, но оно горячее. Часа через 3, я думаю, остынет. И мы попьем чай. Мужички мои еще не приехали. Посмотрела, говорю, маловато хлебушка, надо поставить. Дома тепло, сейчас оно быстро подымется, тесто. Вот так, друзья. Всем пока, всем до свидания, пока!